Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Казань становится все реальнее. Уже начались проектно-изыскательские работы. На это из федерального бюджета выделено порядка 6 миллиардов рублей. 14 запланировано в бюджете 2016 года. Недавно на территории Чувашии прошло выездное рабочее совещание по строительству ВСМ-2, которое провел вице-президент РЖД Александр Мишарин. На встрече определено, где в Чувашии будет проходить магистраль и когда начнется строительство. Подробности в нашем следующем репортаже. Сейчас в мире общая протяженность высокоскоростных магистралей составляет около 27 тысяч километров. Лидером является Китай, там построено 10,5 тысяч. Россия, конечно, в этом плане отстает, зато у нас есть возможность использовать опыт передовых стран. Стимулом к строительству стал чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в нескольких российских городах. Некоторые из них планируется соединить высокоскоростной магистралью. Генеральный проектировщик – это китайская компания, которая имеет опыт строительства таких высокоскоростных магистралей как в Китайской Народной Республике, так и в других странах. Соответственно, есть заинтересованность в реализации своих наработок. Строительство ВСМ Москва-Казань и дальше в Екатеринбург прописано в транспортной стратегии страны. Высокоскоростная магистраль не просто транспортный проект, который обеспечит перевозку пассажиров, грузов и почты. Это способ расширить границы и объединить города. Расстояния в тысячи километров будут преодолеваться за часы. Но главное, по словам Ивана Моторина, и это понимают все заинтересованные лица, за прибыльностью и доходностью проекта не нарушить интересы простых людей, которые сейчас живут вдоль будущей трассы. Со стороны РЖД был предложен северный обход Ядрина, то есть не затрагивающий жилых строений. Соответственно, все предложения, которые были внесены в свое время по итогам общественных слушаний, пожеланий жителей города Ядрина, на сегодняшнем этапе со стороны российских железных дорог учтены. Первый этап строительства высокоскоростной магистрали – прокладка трассы между Москвой и Нижним Новгородом. На территорию Чувашии работы начнутся не раньше 2017 года. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.